давайте еще раз попробуем. Кошка. Ну, это будет легко. Может, это окружность? Вот сейчас уже должна она угадать. Это же кошка. Господи, ты такая гениальная. Тост. Ну-ка, давайте попробуем. Может, это люстра? Ну, что учитывая, что я плохо рисую, очень плохо. Или рисую. Плавательный бассейн. Отец, давай, давай, давай. Молодец, девочка. Молодец. Ну все, 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 не буду больше. Она пока не очень понимает концепцию игры. Точнее, она понимает ее дома, побеситься, но не понимает прикола с мячиком. Ну что такое? Что тебе не усесться? Что ты там снимала? Да. Но я просто уже неоднократно такую хрень замечаю, что мы через дорогу вот так вот прёмся. Так в том-то и дело. Ну да. Что это такое? Давай, проваливай. Уже третий раз за месяц у меня трескается временная коронка. Я заебалась. Собачки чавкают. Обещающий получение иностранцами сербского паспорта, а иностранец, который жаждет получения сербского паспорта, это на всякий случай. Что мало как-то. Ну давайте просто их соберем.
Как же хорошо. Наверное, не будет совсем никаких лишних черкашей. Впрочем, не лишних не будет тоже, потому что пенсил сдох. Я такая богачка. У меня целых 3 пенсила. От Apple, между прочим. Угу. И, сука, ни одного нахуй рабочего. Ебать вас всех рот, блядь. Истерика отменяется, этот говноед все-таки работает. Просто отсоединился по Bluetooth от планшета и не хотел подключаться обратно. Короче, учитывая, что это третий, у меня уже свистит колпак от любого вот такого вот высера. Итак, сейчас покажу, какая была проблема. Ну вот примерно такая, видите? Иногда это переставало так работать. Иногда он ведет себя хорошо, но не сейчас. Возможно, когда положишь планшет по-другому. Ну, типа, все нормально, более-менее. Короче, через раз он выкидывал вот такие черкаши. Сейчас затестим с перчаткой. Ну, пока все прекрасно. Блядь. Ну, тут какие-то пунктирные начались приколы, но, в принципе, это уже намного лучше, чем без перчатки. Ну-ка, если положу планшет как-нибудь по-другому. В принципе, все норм. Ладно, кажется, перчатка норм тема. Ну, не без проблем. Но в целом... В целом я довольна. Ты жадина. Блин, зашла в твой домик с палочкой. Безобразие. Голова болит, пиздец. Угу.
любит лежать. Молодец. Ведь сползи, сползи, ползи, ползи. Нет, лежать. 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 Ползи, ползи, ползи. Молодец. Так, кувырок. Кувырок, молодец. Иди сюда. Сидеть. Сидеть. Лапку. Давай лапку. Молодец. Да, лапку. Все, умничка. Примерно раз в месяц у меня случается психоз. И это всегда сюрприз, потому что он может случиться раз в месяц, может раз в 2 месяца или в 3 месяца, а может 2 раза в месяц. Никогда не угадаешь. На самом деле смешного здесь мало. Это просто, когда ты уже все это пережил, кажется все каким-то сном. Не верится, что можно было настолько глубоко переживать о таких, казалось бы, малозначимых вещах. Когда это происходит, мой мозг выбирает одну из идей, которую мы будем катастрофизировать, загоняться и переживать. В топе таких идей все женщины прокляты. Я никчемности ничему не добьюсь. И, ну, например, что я когда-нибудь умру, зачем все это? Ну, вот такого плана. И самая большая проблема этого состояния, этого маленького приключения на несколько часов, это то, что не помогает абсолютно ничего. Никакие доводы, способы решения проблемы, никакие советы. Абсолютно все кажется бессмысленным. Я чувствую себя в западне, и бесполезно мне что-либо говорить абсолютно. Поэтому я обычно ни с кем не говорю, сижу, смотрю в стену, плачу, а потом это проходит. Я думаю, очевидно, это связано с циклом, но мне кажется, что это нечто большее, чем обычная ПМС, которая бывает у всех. Я знаю, что предменструальный синдром у всех проходит по-разному, у кого-то тяжелее, у кого-то легче, но я не слышала о случаях, чтобы это проходило вот настолько тяжело в плане психологическом. Да, бывает там раздражение, вялость, не знаю, слезливость. Но я себя в такой период чувствую просто вот на грани жизни и смерти. Как на дне глубочайшей депрессии. Я не знаю, как еще описать это состояние. Возможно, со стороны так не кажется, учитывая, что буквально, ну, типа, сутки, и я уже в абсолютно нормальном состоянии, у меня все хорошо. То есть это как бы не похоже на депрессию, как даже высокофункциональную, наверное. Ну, то есть, как будто бы я просто поплакала, и мне полегчало. Но, блин, это вообще так не чувствуется. Это чувствуется, как будто бы тебя сняли с моста, вот примерно так. И, наверное, это повод обратиться к специалисту. Но, честно говоря, мне сейчас немножко не до этого. Возможно, у кого-нибудь возникнет вопрос, типа, зачем это все снимать, показывать, типа, тебе плохо, а ты такая ставишь камеру, кадр. Ну да, а что такого? Если ты что-то снимаешь, это не значит, что ты в этот момент играешь. Я снимаю всякое, и это все часть моей жизни. И почему я не должна что-то снимать, что-то прятать? Я не думаю, что это что-то вроде показухи. Да, в принципе, вообще насрать, если кто-то так думает. Ну, окей, для вас так. А для меня это просто кусочек моей жизни, в которой не всегда все супер, в которой иногда мне тяжело даже по какой-нибудь тупой причине. Потому что у всех так бывает.
Ну что ты, ну выходи, не бойся, не прищемит. Давай, давай, не бойся. Нет? Ну, лежи там, значит, привыкай. Вон, Бин, какая молодец. Да ты тоже умничка. Так, лежи, 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 лежи. Молодец, ты тоже молодец. Иди там еще покупайся. Люция, я сейчас приду. Что это такое? Безобразие. Я сейчас вернусь. В чем дело? Тебе не вылезти со стула? Боже мой. Ты не собака, а недоразумение. Сиди спокойно, я сейчас приду. Ждать. Ждать. Да ждать, сейчас вернусь. Вам все надо нюхать. На, понюхай. Нет, кусать не надо. Нет, я даю только понюхать. Люция, можно мне стол не облизывать? Хватит. Ну, усаживайся. Садись. Сиди. 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 Молодец. Молодец. Вообще, кстати, как будто бы вниз пошло, потому что чашки кофе в шортах 79,35, в шортах 300 грамм, потому что без них 79,05. Написал, понял. Так, слады, ну давайте пока без них начинать. По-хорошему, если успею. И не помру, подниму. Хорошо, окей.
Окей, понял тебя. Алена? Я продолжаю делать текстуру для третьего казуального сета мужского аватара. Понял, тоже. Хорошо, Максим. Моя любимая помадка. Всегда, когда накрашу веки, у меня на глазах ощущение тяжести, все время хочется спать. Я читала, что это одно из проявлений аллергии на какие-то компоненты теней. Так что приду домой и все смою. А вообще красиво блестит, конечно, пипец. По итогам недели моего обучения в ZBrush я дропнула того орка, потому что он, пожалуй, оказался слишком сложным для такого новичка, как я. Мне казалось, это будет проще почему-то из-за гипертрофированности форм. Губы там, брови, вот это все альтернативная анатомия. Но нет, это оказалось все-таки немного сложнее, чем я ожидала, потому что у меня и так знания анатомии довольно такие базовые. А когда ты делаешь кричей или просто кого-то с отличной от человека анатомией, потому что орк, он, конечно, максимально антропоморфный, но все-таки, особенно в стилизации, есть гипертрофия разных там мышц, пропорций, вот этого всего. И когда ты анатомию еще знаешь не идеально, это сложновато. Для меня всегда сложно признать, что я немного переоценила свои усилия, но это нормально. Главное вовремя остановиться, сказать: окей, это мы отложим на потом. Сейчас мы попробуем что-нибудь другое, все окей. Но это было сложно, но я справилась. Я взяла голову попроще. И несмотря на то, что я не попала в концепт, в принципе, для меня это было не самая основная цель. Основная цель была просто привыкнуть к инструментам, интерфейсу. И, в общем-то, задача справилась. Сейчас покажу. Вот, типа, пара вечеров в Зебре, и, в принципе, можно еще пожить немного, все не так плохо. Сейчас я уже знаю, посмотрев второй урок, что некоторые вещи можно было сделать проще и, возможно, даже лучше. Но в целом я довольна. Я не могу увеличить и показать поближе, потому что у меня занята вторая рука. Sorry. Если возник вопрос, почему я сижу в кепке в помещении, в моем случае, потому что напротив меня окно, из которого иногда светит солнце, и очень мне мешает.